Как бриться правильно? Шаг первый. Подготовка. Чтобы добиться наилучшего бритья, ваши волосы на лице должны быть мягкими. Брейтесь после теплого душа или используйте полотенце, смоченное теплой водой. Увлажняйте лицо в течение 1-2 минут. Нанесите лосьон для бритья для дополнительного смягчения волос. Шаг 2. Крем для бритья. Избавьтесь от аэрозольного баллончика. Воспользуйтесь высококачественным кремом для бритья. Используйте помазок для бритья из барсучьего волоса. Хорошо намыльте его и нанесите крем на лицо. Кисточка поднимает волосы, что способствует лучшему бритью. Шаг 3. Начало бритья. Брейте по росту волос, используя короткие штрихи. Ополаскивайте лезвие через несколько штрихов. Не надавливайте сильно на кожу. Позвольте лезвию делать свою работу. Избегайте повторного прохождения по одной и той же области. Это может вызвать раздражение. Вытритесь и посмотрите наличие пропущенных участков. Шаг 4. Повторное бритье. После умывания повторно нанесите крем на пропущенные участки и пробрейте снова. Вы также можете снова побрить лицо полностью. Пройдитесь против роста волос для предельной гладкости. Шаг 5. Лосьон после бритья. Умойтесь холодной водой, чтобы ваши поры закрылись. Найдите лосьон после бритья с натуральными ингредиентами, чтобы предотвратить раздражение.